Привет. Что вам советуют духи вашего рода? Вам письмо от ваших сил, от ваших предков, от ваших ангелов, от тех, для кого вы родной человек, и им вы не безразличны. Они хотят вам дать совет, они хотят вам показать ваше будущее и уверить вас в том, что вы не одиноки, что у вас все будет хорошо. Ну а детали и подробности мы посмотрим на этих картах. Эта карта — это просто язык ангельский, да? Ask your guides. Спросите у ваших проводников. Приглашаю вас на расклад, актуально именно в тот момент, когда вы видео нашли. Это видео, это даже ритуал, заговорено Берегиней, Береза Берегиней, Ямальфар. Живу в Канаде, на опушке леса. Разговариваю с природой. Помогаю моим слушателям. Итак, вам письмо от высших сил. Я буду делать расклад в линию, то есть одна карта за другой. Выбирайте ту карту, которая с вами резонирует в большей степени. А вообще желательно, конечно, все прослушать, а потом решить. Ваше подсознание само разберется. На этой карте написано «Divine Healer» — «Священный целитель». И «Священный целитель», который исцеляет именно карму рода, шейм, то, за что вашим предкам стыдно. И это именно исцеляет карта «Священный целитель». То есть выходит дух, дух целителя. А здесь, конечно, это тоже терапия цвета, как вы понимаете. Это тоже вас исцеляет цветом. Цвет — это энергия, живая энергия, метафизическая. Joy guides. Извините, кто там против. Я читаю, как написано на карте. Как только я это произношу, карта открывается больше и мощно для вас именно. Joy guides — это ваши проводники, которые дают вам радость. И написано, что будут подарки судьбы, будут радости, не сомневайтесь. Что еще скажут высшие силы? Nature spirits. Вот это то, что я говорила. Это духи природы. Partnership and love. Духи природы обещают вам партнерство и счастливую любовь. Получите подарок партнерства и счастливой любви. Здесь написано self-control. Higher Self — это ваше Высшее Я. И говорит, что self-control — это когда мы делаем что-то или думаем что-то или чувствуем что-то относительно того, что мы советуемся со своим Высшим Я. И контролирует наши поступки, наши дела Высшее Я. Здесь несколько карт сразу вышло. Всех их я и буду вам прочитывать. Итак, compromise. Компромисс желательно вам иметь относительно того человека, которого вы любите, который любит вас. То есть компромисс — это взаимовыгодные, выгодные договоры. Видите, ну, кстати, такие взаимовыгодные договоры — это чаще всего в семье тоже. А потому что там принято знать, один любовь дает, другой получает, но это зависимые отношения. А взаимовыгодные отношения, когда ну, вы друг друга цените, уважаете, и написано «компромисс» — это ангел компромисса. Здесь его чуть-чуть видно. Это мастер-учитель, ангел компромисса. А здесь написано, что вы лидер своей жизни. Видите, вы несете фонарь. Это ваши все субличности. Вы идете там, где голубь мира. То есть вы здесь будете мириться с ближними, с дальними, более в глобальном понимании, или на работе, или дома. И написано, что Holy Spirit — это священный дух, который вам это позволит сделать. У вас будет все хорошо. Следующий разговор с высшими силами. Письмо от высшей силы. Именно письмо здесь. Голубь как письмо. И видите, там вдалеке олень. Олень — это тоже дух, это тотемный дух, это дух силы, благородства
и это дух мудрости. Написано Holy Spirit, и это вы читаете книгу своей судьбы. Вы здесь, вам хорошо, уютно, комфортно, и вы читаете книгу своей судьбы. И это счастливая книга судьбы. Дальше у нас Appreciation Divine Helper. У вас есть сейчас вот эти руки, видите? Это тот, кто вам хочет помочь. Это священный помощник. И этот священный помощник, он именно через эти руки дает вам звезды. Звезды — это исполнение всех ваших желаний. Вот это говорят духи и хранители рода. Все ваши желания будут исполняться. Здесь написано «grace», «милость», «милость Творца», «милость высших сил». И опять же, это карта Священного Духа. Приносит вам голубь мира, радости. Это может быть на новом месте, вы куда-то переедете и будете очень счастливы там. Вы просто здесь видите какой-то танец счастья. У вас будет все замечательно. Будете жить в надежном месте, ничего вам не будет угрожать. «Shadow». Это вот очень важный принцип, наша тень, теневое я, которое мы не любим, потому что нам когда-то сказали, что это у нас некрасивое или не мудрое, или же еще как-то неправильно. И Divine Healer, это священный целитель, говорит, что интегрируйте то, что вас не любили ваши, может, родители, учителя, или друзья, или еще кто-то. Но это все в кавычках, да. Потому что эти люди, которые вас критиковали в чем-то, на самом деле вас, может, и любили, но не так, как нужно. Это неправильно, такая кривая любовь. Все, что теневое, то тоже хорошее у вас. Его нужно интегрировать, кстати, для удачи. И полюбить в себе то, что вы раньше в себе отвергали. Полюбить — это значит принять. Psychic awareness. Это awareness... Как это сказать? Когда человек, ну, aware, человек это осознает, что ли, да? Вот, это такое интуитивное осознание себя, осознание своей души. И здесь, что говорит вам душа? Рыба — это любовь и деньги. Вот, солнце или это луна белая, да? Белая может быть и солнце, и луна, конечно. Это светило, которое нас ведут. Вот здесь такой священный... Поток энергии желтые, это значит, конечно, благополучие. А птица — это свобода ваша, свобода жить, где хочу, и делать, что хочу для себя, ну, не мешать другим, естественно, такой основной принцип. И это лотос, это значит из проблем, потому что лотос растет на грязи, из проблем возникает счастье, потому что человек решает, когда свои задачи, он находит себя, это вы. Это вы здесь. То есть это ваша душа. И вы будете жить, осознавая, что ваша душа должна быть уверена, что у вас все будет хорошо. Душа передает вам здесь такое послание. У вас все будет хорошо. Restriction написано. Это такая интересная карта. Видите, здесь закрыто что-то в уме. И... Кто-то, вот какие-то мысли, такие маленькие мысли, как вот эти детки, да, они вам что-то внушают. Joy guides, это проводники радости, говорят, что у вас в голове есть какие-то ограничения, которые сейчас эти ангелы радости снимают. Ну, это ограничение, что я там не могу, я старая или толстая, или еще что-то. Ну, если вы мужчина, тоже что-то вас ограничивает или кто-то. Но это чаще всего злые темные силы, это нечистый дух ограничивает. А невера в себя — это, конечно, подселенцы сущности. Так в народе говорится. Но уже даже психологи и ученые понимают, что эти слова народные, они все правда. Снимаются ограничения, вот этот замок открывается. Вы получаете счастье и свободу. А вот такое письмо вам от высших сил. Сейчас покажу вам его сверху.